Итак, ты вышел на 22%. Если ты это сделал не один, а с командой единомышленников, естественно, они тоже имеют какой-то процентный уровень. Предположим, Саша – это 18%. Сергей – это 3%. Андрей – 9%. Оля – 12%. И Катя, она ничего не сделала, никакой процент, она, вернее, сделала просто 2000 рублей. Компания отдает 22% на всю эту организацию. Как идет обсчет? 22 минус 18%, 4% Сашиного товарооборота будет зачислено вам. 22 минус 3% будет зачислено вам от структуры Сергея. Следующее. Андрей. Андрей. 22% минус 9% Андрея получается 13% от товарооборота Андрея будет зачислено вам. Ольга, 12%. 22 минус 12, получается 10% от товарооборота Ольги будет зачислено вам. И что же с Катериной нашей? Катерина никакие проценты не сделала. Поэтому от 2000 рублей товарооборота 22% будет зачислено вам. В среднем это где-то примерно 440 рублей. Все сплюсуйте, и это получится как раз-таки тот доход, который вам выплатит компания Oriflame по итогам 3 недель.